В Душанбе под руководством первого заместителя премьер-министра Республики Таджикистан Давлатали Саида и заместителя премьер-министра Республики Казахстан Скляра Романа Васильевича состоялось 16-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан. В работе заседания приняли участие представители министерств, ведомств и хозяйствующих субъектов Республики Таджикистан и Республики Казахстан. В ходе указанного заседания стороны рассмотрели широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе основные направления взаимодействия в сферах экономики и торговли, инвестиций, транспорта, промышленности, образования и науки, сельского хозяйства, миграции, энергетики и водных ресурсов, здравоохранения, культуры, спорта и туризма. В ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения взаимного сотрудничества в области привлечения инвестиций, создания совместных предприятий, а также наращивания плодотворного сотрудничества, реализации совместных проектов экономического и инвестиционного характера. По итогам работы заседания был подписан протокол 16-го заседания Таджикско-Казахстанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Также в рамках данного заседания 15 марта состоялось третье заседание рабочей группы по увеличению товарооборота между двумя странами, а также 16 марта был проведен Таджикско-Казахстанский инвестиционный форум.